Я буду показывать в реальном времени. Плата управления. Три аккумулятора 18650. И так вот подальше сделаем. Интернету много ходит всяких ротоверторы, вечные двигатели с самозапитами, ну, каких только нет на YouTube. Ну вот решил сегодня вам показать свой прозрачный ротовертор. Сейчас мы его запустим, он будет крутиться. Потом разберем все до болтика и все в реальном времени. Но а вы мне скажете, как это работает. И может это работать. Если это работает, то как? А если фейк, то тоже как? Если вам это видео понравится, в следующем видео мы сделаем все то же самое. Сейчас они друг друга запитывают. Этот. Как-нибудь так. То мы вот отсюда возьмем отбор еще на один двигатель, и он будет все то же самое, и он будет его запитывать, тот двигатель, ну, генератор, скажем, да, но генератор будет работать на активную, скажем, не на какой-то светодиод там, а на активную, какую-нибудь там лампу накаливания, например. Вот, если вам это понравится, пишите. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как это работает. Итак, вот три аккумулятора, 18650. Делаем пуск и убираем. Вот эти два конца. Вот, убираем в сторону. Специально делаю, чтобы болтанка была. Поправляем снова аккумуляторы. Трещит. Специально сделал вот
Баланс, видите, дисбаланс, он его никакой от банки. Это чтобы специально видно было все. Что банки ходят, что плата лежит. Вот смотрите. Делаем запит. Убираем. Плата. Вот он крутится будет очень долго. Пробуем еще раз. Опять аккумуляторы. Опять делаем запит. Подвинуть, наверное, чуть-чуть поближе. Не обращайте внимания на такой стук. Я могу, конечно, подложить. Давайте, наверное, попробуем подложим бумагу, чтобы меньше вибрации было. Ну, салфеточку, скажем, загнем. Может быть, поменьше было. Ну-ка, под обои сразу. Ну, вот видите, что ничего нет, под обои. Просто, чтобы вибрации не было. Не пробовал? Ну, посмотрим. Может, маленько звук убавится. Ну, все, видите, да? Ничего нет. Все пусто. Запускаем. Да, действительно, поменьше, что нет стал. Вот, даже стоит маленько. Вот он крутится. Вот остановился. Двигателя от шуруповерта. Ну, мы сейчас будем все смотреть. Ну а теперь давайте разберем это все на глазах, все в реальном времени. Баночки уберем, чтобы не мешали. Ключик. Сейчас этот открутим. Он же маховик, он же как муфта соединительная, детское колесо от машинки. Ну, это хомуты, крепление, крышка от кефира, от бутылки. Вторая. То же самое. Сейчас плату посмотрим и уберем, чтобы не мешало. Вот еще раз приближаю. Никаких накопителей здесь нет. Если были бы здесь накопители, то крутился бы
Во много раз больше. Вот, приблизите, отодвинете, посмотрите. Нету тут электролитов. Если были бы электролиты или аккумуляторы, то бы, конечно, было бы по-другому. Ну, теперь плату дыма положим вот сюда. Уберем. Двигателя шуруповерта. Вон крутится, наверное, видно, клетчатка. Ничего туда не засунешь, глядите. Вот магнитится как. Пока положим, а следующий. То же самое вам клетчатка. Видите? Звук даже слышно, да? Вот точно так же. Вот они, магниты. Вот они. Смотрите как. Тянут, вон он. Магниты сцепляются, туда ничего не засунешь. Ну, а теперь проверим. Оба. Сейчас, секундочку. Сейчас подадим на них напряжение. Посмотрим, как он работает. Вот, смотрите. О, видали, какой ток идет. Сейчас замерим ток. Десять ампер. Оба. Видно будет, не видно. Ну, сейчас. Вот наш этот. Полярность не буду соблюдать. Так. Посмотрите просто ток, какой идет. Вот смотрите, как он крутанется и туда. О, у нас стучит он. Ну, это понятно, что туда уже ничего не засунешь. Не дает даже ток замерить. Можно замерить, но это тогда будет из поля зрения выходить. Ну, значит, что-то проверили, убрали в сторону. Вот он второй. Давайте его посмотрим, как он крутится. Вон он, видите? Видали как? Ну, сами видите, мах какой. Только какой. Это сейчас так же в руках попробуем. Ну, тоже гудит, видите. Ну, аж выскакивает. Ну, шуруповерт ток большой. Так что туда ничего не засунешь. Да и смысла нет толкать. Ну, как это работает? Очень бы хотелось узнать. Много по интернету ходит. На YouTube там и везде. Ну, если понравится видео, следующее видео сделаем вот так. Вот эти моторы тут, скажем, буду. Ну, каким-то образом. И так же, наверное, соединю. Все то же самое сделаю. Так вот, соединю. Условно, скажем, здесь будет привод, второй мотор, генератор. Небольшой двигатель в роли генератора, и он будет работать. Пишите.